На вентиле все делается. Стоят комплексы оборудования на все. Ну это, нет, до узлов учета мы там все подвальную разводку тоже делаем. Оборудование пожарного водопровода. У нас нет там так. Нет, а разводящие трубопроводы, это все подвальные. Это делается, да. Капитальный ремонт водоотведения. Замена в подвале выводящих топ системы водоотведения. Замена стрельков системы водоотведения. Есть. Замена отопления системы водоотведения далеко до первых стрельков соединения. Другого оборудования расположено в сети. Замена канализационных трав, в том числе загнитом канализационного выпуска от дома до ближайшего колодца городской канализационной системы 4 штуки. При этом организовать устройство этих труб с необходимым для правильного функционирования уклоном, чтобы фекальные отходы не поступали из соседних колодцев в подвал нашего дома. На колодцах крышкой, крышки люк установить на уровне асфальта, герметично закрыть замену ливневой канализации. Ну, тут вы прочитали все, здесь же общий перечень, где есть современные дома, где есть трапы, но в данном случае трапов нету, здесь просто эти ливневые, да. Ливневого нет, даже где-то проходит. Ну, вы же считаете закон, который предусматривает, то есть и все дома, которые современные, старые, новые, каких-то вещей просто у вас физически нет. Канализационные люки надо, эти колодцы надо поднять на уровне земли. Вот о чем только что говорили. Люки надо закрыть у нас, потому что они находятся, вы знаете, как вот так вот, в земле. Люки открыты, там дети играют. Вот ну это же все, ну это же все проводится в ходе. Я знаю, но это же все проводится в ходе. Вот вам нужно было сегодня встретиться, чтобы вам вот эти мелочи обсудить. Вы знаете, вопросы, ну смотрите, я сегодня приехал. Вы это слушаете? Да потому что я в ЖКХ, как говорится, работал, знаю эту проблему. Я поэтому и вам вот сегодня подхожу. Сегодня вопрос стоит в том, что тот перечень, который включила управляющая компания. Либо мы по этому перечню работаем. Мы хотим услышать, что включено в этот перечень, поэтому электроснабжение. Дальше, да. Хорошо? Давайте. Замена водно-распределительных устройств есть? Есть. Замена внутридомовых разводящих устройств есть? Замена распределительных этажных щитов с установкой электросчетчика, это отдельно там, да? Нет, подождите, электросчетчики в собственности граждан. Щитов. А вы сказали, когда будут выносить электросчетчики? Щитки новые будут ставить. А нам сказали, что... Вот подождите, у вас где... Счетчики где у вас стоят? Я почему? Вот у вас включили, счетчики включили. Мы уже счетчики купили. Коридор устанавливаем? В коридоре, да? В коридоре. Все. Замена электрических сетей, электрооборудования для обеспечения работы. Замена сети освещения помещений производственно-технических назначений подвал и чердак. В чердаке зачем? Подвал зачем лишнего удаления? В подвале будет только стоять там, где для обслуживания нужно, ну, то есть где узлы учет стоят. А чердак вам не нужен, это же лишнего удаления будет, зачем вам нужен? Кстати, подвал надо освобождать по пожарной безопасности, нельзя там ничего хранить. В смысле? А что там в подвале, кстати? Там все есть, я знаю, там все есть. Ну, смотрите, я когда вот сейчас объясню. Когда я в управляющей компании работал, да, и в обслуживающей организации, мы все подвалы очищали, помогали, то есть ставили технику, все это выносили. Почему? Не дай бог, кто-то в этот подвал попадет, спичка чиркнет, не так далеко, не так давно было Пионерской 13 и Пушкина 45 редакции. Помните, когда от жары плиты начали просто лопаться? Это раньше было, что, ну как сказать, по старинке, наверное, да, в СССР там разрешали лары ставить, там, ямы копать. Вы же вот эту яму копаете, это же тоже грунт разрушает. Ну, хорошо, но когда жильцам предоставляли квартиру в этом доме, эти же подвалы каждой квартире дали на основании чего-то, не просто же каждый сам. Я не говорю, когда он с ней поменяется, закон меняется. А что сейчас поменялось? Вот почему мой этот подвал, например, он теперь не мой? И где это написано, что он не мой? Нет, а где он ваш? Он не важен. Это еще это является общедомовым имуществом. Не конкретно квадратный метр, это ваш. Это да, размытое понятие. Размытое понятие. Нет, у вас лично как у жителя общий
Да. Место, вы не можете сказать, что это мое имущество, мое место Хорошо, но мы имеем право, что не пускаете кладовки, они общие наши имущества. Нет, подождите. Вот опять-таки, коммуникации и стены. Попал для этого существа. Ну что, давайте я... Тише, он не слышит. Сети наружного освещения здесь очень пользуются. Есть там подъезд. Датчиком движения. Установка коллективных общих заборов. Это у вас есть. Они у вас установлены. Они зачем будут? Они у вас установлены. Узлов регулирования. Это за счет экономии.